прямом эфире выпуск новостей. С вами Ольга Петрикова. Здравствуйте. 2020 год не перестает удивлять. Срочная новость пришла к нам из Ставрополя. Известный российский гандболист Константин Игрополо был замечен в подземном переходе, зарабатывая деньги игрой на гитаре. Жизнь без спорта, работать начинали затем на хрен, когда заканчивались засветла. Ясный план имели на любой из дней недели, не исключая выходных и праздников. Грязь видна на коже и одежде, в душ хотелось бы, конечно, но похоже не попасть туда. Счастье там, где нет меня, давно забыл, как выглядит оно. Уехал бы туда за ним, но нету паспорта и никуда не достать билет. Дойти пешком вариантов нет, в конце тоннеля свет вижу, только глядя в темноту платформы. Хорошо, что я не волк, так хоть что-то кормит. Ни пяток, ни колен, ни ступней, ни икр, попрошайничество места Олимпийских игр. Как вышло так, давайте сохраним интригу. Пох на мои ноги, я здесь, чтоб ты своими двигал. Я когда-то жёг, я когда-то мог на уши поставить зал, выполнить бросок, но рок судьбы жесток. И теперь я поющий в переходе игрок без обеих ног. Да, я когда-то жёг, я когда-то мог на уши поставить зал, выполнить бросок, но рок судьбы жесток. И теперь я поющий в переходе игрок без обеих ног. Nice ball! Oh! Nice ball! And 2 minutes, Shimiko! What a ball by Constantine Igropolo! Hello! Bye-bye! Жизнь без спорта. Искать в моих карманах папки, все равно, что в папкином компоте аспартам. Сейчас подам и выдам суперхит такой крутой, что вы увидите пустившегося пляс мента. Господа, я знаю, в это поверить сложно, но если честно, то вообще-то в прошлом я звезда. А звездать меня никто не смел, зал ревел, когда был цел. А теперь вот никуда без транспорта. Ни прописки, ни жилья, ни родных, ни близких, ни спонсорского шматья, ни правого мениска, ни колен, ни ступней, ни икр, ни пяток. Ползу по жизни своей, как по конвейеру терминатор. И до Сары Коннор далековато, давит пресс, но глаза пока горят, на лице помятом. Лобаю тут баллады, крою матом, да ладно. Мы связались с нашим специальным корреспондентом Алексеем Ефремовым, находящимся на родине спортсмена, чтобы подробнее узнать, как обстоят дела у Игрополо. Да ладно, ерунда, все пи***то. Я когда-то жёг, я когда-то мог на уши поставить зал, выполнить бросок, но рок судьбы жесток. И теперь я поющий в переходе игрок без обеих ног. Да, я когда-то жёг, я когда-то мог на уши поставить зал, выполнить бросок, но рок судьбы жесток. И теперь я поющий в переходе игрок без обеих ног. Без обеих ног.